Главный тренер петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуэль прокомментировал игру своих подопечных в первом матче 1-2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА. Встреча проходила в Петербурге и завершилась победой армейцев со счетом 78-73. У победителей самым результативным стал Торники Шенгелия – 17 очков, а у хозяев парки больше всех набрал Кевин Пангос – 23 очка. Поздравляю ЦСКА с победой! «Сегодня был такой матч, когда обе команды могли выиграть», цитирует Паскуаля пресс-служба «Зенита», «ЦСКА практически весь матч провел с преимуществом в счете. Мы промахивались на штрафных, не забросили 10, а также совершили 11 потерь мяча. Также мы отдали ЦСКА 13 подборов нападения. Это то, что нам необходимо улучшать». По словам специалиста, во многом на игру петербуржцев повлияли потери во второй четверти. После них ЦСКА убегал в быстрый отрыв и набирал легкие очки. В третьей четверти был важен подбор, они смогли уйти в отрыв с помощью подборов в защите. Мы не смогли защитить наше кольцо. Поэтому мы и проиграли, подытожил тренер. Напомним, счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу армейцев. Вторая игра противостояния состоится 19 мая и пройдет вновь в Санкт-Петербурге.